Ханты-Мансийске прошел турнир по шахматам среди силовых структур. Мероприятие это традиционное и проходит в окружной столице ежегодно. В этот раз в соревновании приняли участие 8 команд, а это более полусотни любителей шахмат. На турнир приехали полицейские, сотрудники Росгвардии, налоговой службы, судебные приставы и спасатели со всего округа. Участники командного первенства играли по швейцарской системе 7 туров по 15 минут. В итоге первое место заняла команда УМВД. Серебро у МЧС, а бронзу получила миграционная служба. Соревнования различного рода среди силовых структур в Югре проходят регулярно. Уже на днях сотрудники правоохранительных органов примут участие в игре «Что, где, когда». Шахматы, умственные способности сотрудников, они нужны, наверное, всем, всей категории граждан. Но я так думаю, что особенно для правоохраны, для таких направлений, как оперативные подразделения, как следствие, они очень в этом нуждаются. Ну и один из моментов, это, конечно, проявление своих умственных способностей. Мы можем заниматься и показывать великолепные, достойные результаты в любых видах спорта. Ну а шахматы, голова, она любому сотруднику, любому чиновнику, как бы там, как сказала бы пресса, голова, безусловно, и острый ум – это главное оружие любого федерала, любого начальника, любого сотрудника, я скажу, любого человека.